Знаете, в чем главная проблема российских мужиков? Они почему-то думают, что, знаете, вот эти все проблемы решат за них другие люди. Ну, знаете, женщины, например, да? Узнать, конечно, я его пробовала, знаете. И что там такого? Руки лепкие, лицо жирное, грязное постоянно, знаете. А потом пить хочется сильно, я не знаю. Ничего такого в нем нет и не надо. Поэтому, конечно же, я выберу лучше така. Хочу делать движения средних, знаете, когда позитив, они такие, типа, люби себе такой, какая ты есть. Ну, это хорошо, конечно, неплохо значит, Эти съешь, питание, правильно, они говорят, тренируйся жестко там, умирай на тренировках, кушай правильно, будь здорово, бегай, и не знаю, что рано не подниматься. Нет, я хочу что-нибудь средненькое, знаете, типа, конечно, ты Бегай, бегай, да, кушай, кушай там. Ну, не надо себе там особо много кушать. Ну, как много? Конечно, кушай, что хочешь, но не так сильно, знаешь. Конечно, бегай, бегай, но как бы немножко без удов... ну, без энтузиазма этого надо бегать немножко. Ну, типа, все нормально, все хорошо, просто не нужно сильно напрягаться, да. Говорю со своей подружкой, она мне говорит, это мудала. Этому дала, этому дала, этому тоже дала, этому дала, и вот этому дала, и этому тоже, думаю, доверенно давала буду делать, да? Знаете, кто она? Знаете, кто? Нет, она не шалашовка, нет. Она не шелехан нет. Она просто запутавшаяся душа. Запуталась немножко моя подружка, понимаете, в половых своих связах. Бывает, на ну, что, такая ранимая женская душенька, понимаете? Нет, я не понимаю, вообще не понимаю. Почему есть детский шампунь, который не щиплет глаза, и взрослый, который выедает мне нафиг все глаза уже невозможно? Я не понимаю, почему такая несправедливость, что я стала взрослая. Теперь можно надо мной издеваться, можно мы выщипывать мне глаза, или что делать, меня больше не жалко? Что мне уже сказать спасибо, что у меня хоть с чем-то есть мыть голову? Типа мой плакай, мой плакай, мой плакай. но ну, люди, которые спрашивают у вас, когда вы наконец-то будете уже иметь детей, знаете, это люди, которые завидуют вашей птичьей беззаботности, понимаете? А вы хохочите, хохочите, и их наглые рожи, понимаете? И скачите от них на одной ноги по своим завичим делам, вышиванием единорогов и, я не знаю, собиранием цветочков на лугу. Знаете, на работе коллега всегда подает мне руку, когда мы выходим из корпоративного автобуса, знаете. А сегодня, понимаете, я его я не понимаю, что происходит. Он сегодня вышел, представляется, сам на меня даже не обернулся. Я уже полчаса сижу ломаю свою голову. Я не понимаю, что между нами произошло. Что с нашими отношениями не так? Кто сделал тот этот раздор? Друзья мои, а? я в шоке, я просто в шоке, друзья мои. Знаете, на самом деле, зачем нужны эти свидания? Зачем они нужны? Потому что надо разговаривать про теорию струн. Я не знаю там про равнобедренные треугольники, про вселенную, про новые какие-то классные фильмы, которые вышли, понимаете? А я не хочу, я не все а, а я не хочу слушать, как он мне все время говорит, что он там да, любит свою бывшую, что он как скотина напивается на выходные, что хочет свою татуировку. Зачем мне эти свидания не один в один, как все? Девочки, никогда, никогда не ноти для своего мужчины, не носи ему, понимаете? Что хотите делать, я не знаю. Идите бейте грушу, кушайте землю, все что угодно, только не надо ныть, потому что их это очень раздражает, что кто-то кроме них еще будет ныть, понимаете? Знаете, у меня был плохой день, я позвонила своему арменчику и говорю, арменчик, знаете, мне так больно, обидно, столько неприятных разговоров. У меня целый ущад этих слез был. Я еле донесла до дома его, пониматься чуть не расплескала. Знаете, что он мне сказал? Вместо того, что, конечно, меня утешит. Он говорит, Мазина, а что такое ущат?